Привет, танкисты! Сегодня у нас французское чудо — опытный средний танк Лорейн 40Т. Это экспериментальная машина, снабжена автоматом заряжения барабанного типа и качающейся башней. Барабан позволяет в короткий промежуток времени произвести 7 выстрелов. То есть у вас теоретически есть возможность отправить сразу 7 танков противника в ангар, после чего с довольной улыбкой откатиться на перезарядку. К тому же Лорейн довольно быстрая машина. Это позволяет ей наносить внезапные удары по флангам и тылам противника и в случае опасности моментально менять свою позицию. Несмотря на, казалось бы, впечатляющие характеристики, Лорейн в серию не пошел по двум причинам. Во-первых, машина получилась довольно дорогой. Во-вторых, новые французские машины не вписывались в жесткие стандарты НАТО. Кроме того, потребность в собственных машинах несколько угасла после того, как американцы поставили во Францию танки М47. В итоге всего было построено всего лишь 2 опытных экземпляра. На этом история Лорейна заканчивается. Ну а в нашей игре Лорейнов довольно много, и чувствуют они себя прекрасно. Переходим к характеристикам. Вооружение. У нас стоит 100-мм пушка СА-47Л-58. Перезарядка внутри барабана 4 секунды. Всего в барабане 7 снарядов, но то есть мы теоретически действительно имеем шанс отправить целую делегацию на тот свет, ну в смысле в ангар. Сам же барабан перезаряжается довольно долго, на один снаряд уходит порядка 20 секунд. В общем-то, ну, долго, и на всякий случай лучше откатываться, выходить из зоны боевых действий, мало ли чего. Понятное дело, что за вами могут охотиться, за вами могут бежать, но и тут, ну, хотя бы зарядить парочку, и тогда уже можно пообщаться с преследователями. Наш основной снаряд — это сплошной бронебойный, там 229 мм бронепробития, что довольно-таки неплохо. Баллистика не подкачала, начальная скорость полета снаряда 1060 метров в секунду. Тут все хорошо. Скорость горизонтального наведения 28,2 градуса в секунду, и это прекрасно. Успеваем отработать по танкам противника, внезапно появившимся где-то рядом с нами. Воины также порадовали, орудие опускается на 8 градусов, поднимается на 15, ну то есть от рельефа тоже можем поиграть. Переходим к броне. Ну и вот с броней нам не повезло. Дело в том, что бронирование у нас достаточно легкое, и машина в этом плане вряд ли что-то может танковать. Хотя несколько раз я отбивал снаряды и, в общем-то, сам в это не верил. Ну и так, рассмотрим башню. Основание башни по кругу 30 мм. Во лбу башни 45 мм. Кстати, часть уходит вниз и пересекается с основной броней 30 мм. В маске у нас 50 мм, но она довольно маленькая и стреляют-то не туда, как правило. Так что не стоит надеяться на непробитие и рикошеты. Борт у нас 30 мм и корма башни также 30 мм. Крыша башни 20 мм. Ну то есть вы уже наверняка поняли, что про броню здесь ничего хорошего сказать нельзя. С корпусом не сказать, что прям получше, точно так же все протыкается, точно так же мечта зениток. В ЛД еще что-то может танкануть, имеет форму лягушачьего носа, ну то бишь щучьего, но лягушачьего, 40 мм. НЛД у нас 35 мм, в бортах 30 мм, корма танка 25 мм и в районе МТО от 8 до 20 мм. Ну, в общем, просто беда. Очень любит авиация наш танк, завидев его, начинает ровнять и прям ничего не поделаешь. К тому же пулемета-то у нас зенитного нет, нечем поогрызаться. Поэтому начали вас преследовать, бегите в леса, глядишь, найдете укрытие там, ну, либо в какие-то строения заезжайте. Переходим к ходовым характеристикам. Максимальная скорость 60 км в час, и это довольно-таки хорошо. Набираем ее вполне неплохо, тут не на что жаловаться. Поперечёнке идем примерно 40 км в час. Назад катимся со скоростью 22 км в час, что тоже хорошо. Удельная мощность у нас 21,4 лошадиных силы на тонну. Короче говоря, с ходовыми характеристиками нам повезло. Да и вообще машина достаточно приятная и простая, очень эффективная и опасная. Есть, правда, недостатки, но они не такие существенные. Но тем не менее, давайте на них еще раз посмотрим. Разумеется, это бронирование, оно недостаточное. Оно в основном легкое, и машина убивается также легко. По этому поводу, конечно же, нужно соблюдать меры предосторожности, лишний раз не отсвечивать, дабы не поймать снаряд. Как я уже говорил, авиация нас тоже очень-очень любит. Все-таки броня башни сверху и броня корпуса сверху не обладает серьезными показателями, и те же самые браунинги нас прекрасно разбирают. И ладно бы был какой-нибудь зенитный пулемет, можно было бы погонять эту самую авиацию, ну, по крайней мере, ты мог бы как-то и противодействовать, но его нет, поэтому приходится бегать, прятаться.
Еще один недостаток – это отсутствие дымовых гранатометов. Да, с помощью этих самых хитрых девайсов мы бы выживали гораздо чаще, но тогда машина была бы более имбовой, что ли. В любом случае, даже в таком состоянии, это прекрасный танк, прекрасный средний танк, на котором нужно, соответственно, играть фланговые обходы, удары с тыла по противнику. В общем, все это прекрасно машина может. Но тут, знаете, бывают случаи, как в анекдоте про пожарных. Спишь, ешь, все хорошо, но как на пожар, хоть увольняйся. Так и у нас. Стреляешь, уничтожаешь, но как наступает перезарядка барабана, вот хоть в ангар выходи. По этому поводу не забывайте откатываться на безопасное расстояние, куда-нибудь подальше в укрытие, и там уже спокойно перезарядив хотя бы наполовину барабан, можно выдвигаться и снова воевать. На этом обзор подходит к концу. Надеюсь, вам он понравился. Всем крепкой брони и отличного настроения!